Саморазвитие – довольно широкий термин. Существует буквально тысячи сфер, где можно себя улучшить. И все они могут быть разделены на четыре категории. Большая четверка. Все они равноценно важны и ни больше, ни меньше, и все необходимы, чтобы жить полной жизнью. Первое – здоровье. Ваше тело – это механизм, который позволяет вам пройти сквозь все сложности и прелести жизни. Без должного ухода за ним качество вашей жизни заметно ухудшится. Однако, с надлежащим уходом, вы будете превосходно ощущать себя большую часть времени. У вас будет достаточно энергии для осуществления своих целей. У вас, наконец, найдется время для всех дел. И помимо этого, вы станете более привлекательным и сами измените мнение о себе в лучшую сторону. Эта сфера включает в себя диеты, силу духа, потерю веса, холодный душ и остальные вещи для усовершенствования тела. Вторая сфера – это достаток. Многие люди убеждены, что богатство ограничено количеством денег, которые вы зарабатываете. Это далеко не правда. Верный способ оценивать достаток – учитывать и количество заработанных денег, и количество вашего времени. Тот, кто зарабатывает 100 тысяч долларов в год, но работает 100 часов в неделю, менее состоятелен, чем тот, кто зарабатывает 50 тысяч долларов в год, но работает только 20 часов в неделю. Богатство дает вам возможность сделать вещи, которые вы хотите – путешествовать по миру, тусоваться с друзьями, покупать для себя новые игрушки. Богатство открывает вам двери и дает чувство уверенности. Эта сфера включает в себя такие вещи, как инвестирование в себя, рабочую этику, пассивные доходы, создание брендов и много других вещей, связанных с богатством. Третья сфера – любовь. Я сейчас говорю не только о вашей любви к будущему супругу или супруге. Любовь охватывает все взаимоотношения. Ваши отношения с семьей, ваши отношения с друзьями, отношения с незнакомцами. Люди, которые умеют любить, любимы в ответ. Любовь обеспечивает вас людьми, с которыми вы проведете свою жизнь. Она дает вам храбрость совершать поступки, о которых раньше было страшно подумать. Она дает надежду и цель. Эта сфера включает социальные навыки, свидания, уверенность, чтобы бороться с социальной тревогой, умение вести беседу и другие навыки, которые помогут вам улучшить отношения с людьми. И последняя, четвертая сфера – счастье. Счастье – самая востребованная вещь в мире, но немногие знают, как его действительно заполучить. Счастье, по своей сути, представляет собой ваше состояние на определенный момент, мысли, которые приходят в вашу голову, и количество времени, которое вы тратите на беззаботную улыбку. Мастерство в сфере счастья дает вам возможность почувствовать себя лучше. Оно избавляет от страха, депрессии и тревоги, и вместо этого приносит надежду, страсть, оптимизм. Эта сфера включает такие вещи, как медитация, позитивное мышление и много другого, что влияет на общее состояние счастья. Хорошенько взгляните на свою жизнь и подумайте, над чем из этого вам стоит поработать больше всего. Вы испытываете отвращение от одного только взгляда на свое отражение и постоянно ощущаете слабость? Тогда вам необходимо улучшить сферу здоровья. Вы считаете, что работаете много, но все равно живете от зарплаты до зарплаты? Тогда вам нужно поработать над улучшением сферы достатка. Вы часто ощущаете одиночество и понимаете, что вам тяжело найти настоящих друзей? Вам необходимо поработать над сферой любви. У вас есть все, что в принципе хочет человек, но все равно чувствуете себя несчастным и хочется большего, тогда поработайте над сферой счастья. Если вы ответили да на каждый из этих вопросов, не беспокойтесь. Я искренне верю, что всему можно обучиться, и каждый может это сделать. Я создам плейлисты для каждой из этих четырех категорий для вашего удобства. Сфокусируйтесь на ваших самых слабых пунктах и старайтесь улучшаться каждый божий день. Это и есть таблетка саморазвития.